Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Правительство Югры продолжает инвестировать в развитие топливно-энергетического комплекса. Руководство региона заключило договор с компанией «Стройтрансгаз». Сейчас ведется планировка территории для реконструкции нефтепровода «Нижневартовск-Курган-Куйбышев». Глава региона Наталья Комарова добавила, что в ближайшем будущем отрасль транспортировки нефти ждут большие инвестиции. В Москве планируют вложить в модернизацию системы порядка 2 миллиардов рублей. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.